Так, сегодня у нас такой ролик. Я решил проверить видео возможности 5DSR, ISO 320, выдержка 30. Там два каких-то видео формата, один под монтаж, но я не знаю, что это значит. Долго шел к этому водопаду, я думал, типа он будет выглядеть как это круто, но мы видим, что это, в общем, какая-то дренажная ни о чемная система. Круто она, естественно, не выглядит. Объектив у нас, естественно, мануальный. Ну, в результате я решил просто походить и что-нибудь поснимать. Что меня удивляет, в этом месте здесь все изъезжено дорожками от колясок. То есть тут был недавно дождь и откровенно... Ну, тут грязище просто пипец. Что тут сумасшедший тут ездит с колясками? Мне в своих строительных башмаках тут пройти тяжело. В общем, мамы, конечно, это звери. Объектив у нас 35 миллиметров. Естественно, никакой у нас нету этой самой, как она называется-то, стабилизации, потому что это 5DSR Canon. Вроде скоро выйдет 5DS2 с двумя процессорами или типа того. Блин, давно я видео не снимал, уже не получается ни шевелить руками или делать всякие штуки из разряда там кружиться вокруг листика. Кстати, вот передо мной вот эта вот белая березочка. На ней действительно откуда-то небольшой розовый цвет, и не знаю откуда, откуда-то с неба. Ну, в целом, в общем-то, тут можно и без компа увидеть, что очень вполне себе нормально. Ну-ка сделаем ISO. Тут 500. Густая чаща. Меня больше волнует вопрос детализации шума во всяких мелких местах. Это что такое? Вот весь лес просто засран какой-то вот такой вот всякой чушью. Какие-то матрасы, бутылки. В этой дренажной канаве там просто мусорище. Везде какие-то схроны с досками непонятные. Комар на меня уже пытается кровь мою пить. Вот везде парки как парки, только у нас какая-то беспонтовщина. Вон я вижу даже какой-то квадратный бывший щиток или коробку. Короче, нечего тут делать. Тут даже, в принципе, пофотографировать нечего. Там, если взять, допустим, какой-нибудь листик, попытаться сфотографировать, то его просто тут нет. Потому что мы видим такой ни о чемный чистокол. Ну, видим, что так не слабо, скажем так, изображение у нас двигается. Как он, этот эффект называется-то, я уже не помню. Rolling Shutter или как его... Ай, комар меня атакует. Ну, в общем, да, не для видео, конечно, камера, но видео, в принципе, пишет нормально. Не знаю, что-то все как-то это видео не оценили, на мой взгляд. У него хороший динамический диапазон, хорошие цвета, вот, и хорошая детализация, как ни странно. То есть детализация вот всего и всего, вся всего. И куда ты не направишь... то даже какое-то такое ощущение, что динамический диапазон сам слегка подстраивается. В общем, возможно, это не так, и мне просто кажется. Вот. Но, блин, по-моему, видео все-таки тут хорошее, сочное и такое. Ну, не самое плохое, я бы так сказал. Мне, честно сказать, больше даже, чем на 6D нравится видео здесь. Хотя это еще менее видеокамера, чем 6D. То есть, ну, не знаю, видео.
видео, на мой взгляд, вполне себе. То есть можно видеть, что динамический диапазон, ну, вполне себе высок. Мы и березку видим, и всякое разное видим. И, в общем-то, ну, в общем, вполне неплохо, да, вполне неплохо. Могло бы быть и лучше, могло бы быть и хуже, поскольку это Canon. Но, на мой взгляд, очень даже хорошо. Ай, меня укусила комар. Ай, все, надо сваливать отсюда.